Нормально все? Ты цел? Цел. Давай. О, молодец! Молодец! Обманывай маневр. Закатил в девятку прямо. Мне прям все вместе платят, да? А ты переживал? Гол, это когда ворота забивает. Это не гол к тебе. Это сорт такой, да? Я когда пришла, я не поверила своим глазам. Я сначала думала издалека, что это перец. Это перец. Лови, давай, лови. Вот хорошая тренировка тебе. Ой, тише, тише. Не больно? Больно? Гол слишком сильно бросает. Да? Больно, зайка? Да. Ну ничего. Мне... Профессиональная травма. Сходить можно. Гол с удовольствием пойдет. Профессиональная травма тебе. Чуть-чуть. Но все равно молодец. Да. Ой. А завтра здесь будет, никуда не уйдет. А? Вот видишь, научишься. Наверное, лучше. Или рано будет спать. Или прям утром, или там. Все, он уже поймал мяч. Отходи. Адидас. Адидас? Новый, говорит. Были. Ну, что ж уже сделать? Давай я тебя забью. Нет. Он еще не умеет ловить. Ух, какой. Да, Ваня очень переживает, чтобы всегда был первый. Ну, ты, ну, видишь, ловит мяч. Да. Ах ты, Ваня, какой хитрый, а? Не пробьешь. Нет. Какой счет? Счет. Один он забил. Один. Один гол, это поражение. Один девяточку захотел. Красивый. А ты куда? Вот где ворота? Ты ворота бей. Ну вот учись, в следующем году пойдешь. Нравится, Вань? Да. А ты играть не хотел. Научился мячом обращаться? Могу тебе Егора выучить. Ну вот он, Егор сказал, руками мяч брать нельзя. И вот все, Ваня ногами только его. Ну, он просто ж нигде пока не занимается, не знает. Это Егор каждый день. А если так? А, тоже хочет головой научиться. А ты поставь, Ваня. Ты мячик поставь. Разбегись подальше. О! Ну, это... О! Ну, молодец.